давайте, какой смысл? Вот мы с главой пойдем только. Здравствуйте. Мере присутствует, но уже устарело. То есть там шкафы да, у нас, да. Ну вот все это оборудование нам надо поменять, потому что срок годности его заканчивается. Вот, ну, здесь чистка. Почему такой запах, вытяжка плохо работает или вообще не работает? В настоящий момент она выключена. Я включена. Ну, вы сами чувствуете. Да, да. Давайте, пожалуйста, пока вы временно руководите учреждением, разберитесь с этой проблемой, потому что так не должно пахнуть в детских Хорошо. Учреждениях. И если надо менять, то доложите начальнику управления образования города, она доложит руководству, и на все на это надо, Андрей Александрович, выделять денежные средства. Если у города такой возможности нет, обращайтесь за помощью ко мне, я помогу, выделю средства. Но хотелось бы, чтобы город все меньше и меньше обращался за финансовой помощью. Здесь